16 представителей Чувашии прошли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России-2020». Он пройдет в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде. Всего до этого этапа в Приволжском федеральном округе дошли 335 управленцев. 31 января участники пройдут повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать тест, его не допустят к дальнейшим испытаниям. В течение двух основных дней полуфинала, 1 и 2 февраля, управленцы будут участвовать в оценочных мероприятиях. Им предстоит проявить свои лидерские способности, коммуникативные навыки. Имена финалистов станут известны 2 февраля. Их пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России». Все они получат образовательные грамоты в размере 1 миллиона рублей. А те, кто выиграет конкурс «Лидеры России», смогут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва. Напомню, что конкурс проводится уже в третий раз. В предыдущие годы в финал от Чувашии проходили по одному человеку. Однако пока никто не входил в топ-100 лучших по России.